Окружной литературный фонд пополнился еще одним изданием. Екатерина Логинова-Матвеева – тележурналист, писатель, лауреат многих конкурсов и международных кино-видеофестивалей. Первая легенда югорской журналистики презентовала вторую часть книги «Портрет на фоне времени». Эта серия книг – очерки о знаменитых людях Сургута и района. На написание тома ушло 2 года. Однако Екатерина Степановна говорит, что это плод более чем 30-летней работы. Портреты людей, о которых идет речь в издании, основаны на отснятых и выпущенных ранее телесюжетах и радиопередачах. На страницах книги автор собрала материалы 90-х, 80-х и даже 70-х годов. Читатель, знакомясь вот с очерками этой книги, он поймет, как велико время. И надо быть великодушным к тем людям, которые это время вынесли, вытерпели и привнесли нам, тем молодым, которые должны подхватить эту палочку и нести ее дальше, как эстафету. Первый тираж «Портрета на фоне времени» увидел свет в 2013 году. К слову, книгу можно отыскать и в электронном варианте. В издании собраны истории 12 героев. Во второй части уже 15 портретов. Ее напечатали еще в 2019, но презентовали только сейчас. Задержка связана с коронавирусными ограничениями. Между тем, Екатерина Степановна рассказала, что будет работать и над третьим томом. Автор призналась, что через ее жизнь прошло много людей, и она не может не рассказать о них. Гости встречи отметили ценность этих очерков, которые навсегда останутся в истории. Каждый раз мы говорим о том, что самое главное богатство Сургута, его ценность – это его жители, это сургутяне. И, Екатерина Степановна, спасибо вам огромное за то, что благодаря вашим книгам и, как вы пишете, имеете возможность наблюдать со стороны за тем, как это все происходило. Действительно, увековечиваются события и имена людей, которые внесли неоценимый вклад в развитие нашего города.